Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 9-10 стих. Мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Очень много времени надо, чтобы доказать людям, что они грешны. И Павел, гигант духа, мысли, проповеди, благовестия, все-таки утверждает, что он доказал. Но кто не читает послание Павла, того все время нужно убеждать, что человек грешен. А какой он грешен? А почему? Дети это все ангелочки. А по Писанию это все не так. Во грехах, в беззаконии, и зачатый родился. А если все во грехах, а ничто нечисто в Царство Небесное не войдет, один вопрос остался. Как избавиться от грехов? Библия посвящает слову грех. Праведность, неправедность. Очень много мест Писания. 448 раз говорится о праведности и неправедности. И 1066 раз о грехе, о согрешении, о греховных наклонностях и прочее. Ее в Библии нельзя в руки взять, чтобы не осознать себя грешником. Мы сегодня слышали повествование о том, как больной был человек, и крепко больной. И отец знает его карту медицинскую, схватывает его, падает, бросает пена. Он все знает, отец, диагностика точная, а исцеления нет. И ясно, что попытки были исцелиться. И ученики в тупике. У них одно – исцелить. А перед этим прелюдия еще есть. Надо сделать разбор. Почему? А Господь сразу говорит: «О, род прелюбодейный и грешный, доколе я буду с вами и буду терпеть вас». Главное – это лекарство. Совершенно не применили ни разу. Хотя и не сказано, кто должен им пользоваться. По всей вероятности, те, кто подает, кто советует и кого лечат. И лекарства при том не стоит никаких денег, ни за границу не надо ехать. Сегодня все кичатся богатые люди. А у нас заграничное лекарство, там швейцарское. После молитвы. И проверить, поддельное это лекарство или нет, можешь ты на молитве. Сейчас. Я все время удивляюсь, что лучшего индикатора веры нашей, видимо, нет, как наши болячки. Болячки наших родных. Какие только деньги не тратят. А Господь говорит, одно лекарство, притом от самой трудной болезни, ясно, что остальные болезни ниже. Вот такого больного сегодня приведи, кто за него возьмется лечить? Ну, есть, конечно, психиатрические лечебницы. Но кто из врачей постится? Кто из сестер, из начальства? А кто молится? Нет, значит, лекарства не применены, исцеления не будет однозначно. Вы за собой это наблюдаете всегда, когда приходите в храм, как ведет, даже в храме. Храм это тоже индикатор своего рода. С чем ты пришел? Какая радость? О чем вы разговариваете? О болячках много говорите. Отстаньте от этого. Вот некоторых все время нет в храме. Редко приходят через одно, через два воскресенья. А вечером в субботу под разными причинами тоже нет. Это авария случилась. Авария не с машиной, с душой. Машину можно поправить. Но тоже без денег там ничего не сделаешь. А с душой заболел в первую очередь от чего? Кто дал вход греху сюда? Почему грех вошел? Самое-то главное это. Не то, что там ехал на светофор или кто-то. Это уже последствия. Вот и подумал, выехал на встречную полосу. Ты на встречную полосу Господу выехал. А теперь последствия мы несем. Где они, дети? Беснуется, падает в огонь и в воду, в преступление, по тюрьмам. Вот оно где идет. А чего не хватало? Молитвы и поста. Без молитвы, без поста зачаты, без молитвы, без поста родились, без молитвы и поста воспитывались. То есть не воспитывались, жили, кормили. Я кормила, обувала, одевала, вот и все. А другом, говорит, Христа не сделала его. А поэтому сатана и обуздал, и ведет. Послание Галатам 3:22. Павел говорит, Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. И как, какое слово? Под грехом. Под, то есть, сверху навалился грех, и грех давит. Это выражение резкое в Писании. Я два раза только нашел где. Согрешил, упал, и, а под грехом. Грех это какая-то огромная железобетонная плита, плита задавила человека и лишит под грехом человека. Его вытащить надо.
А вытащить его тебе силы не хватит. Это делает только Господь. И убедить в этом человека тоже невозможно. Иные считают, у нас культурное воспитание было, как мне евреи сказали. Вы евреев видели, чтобы они пьяные валялись на остановке? Не видел. Ни разу. А вы знаете, вот они дальше. Писание говорит, всех, иудеев и еленов, Павел говорит, доказали. Он более нравственный, добавляем, грешник. Он более воспитанный, грешник. Тренированный, чистый, мытый, каждый день 10 раз в ванне моется, тот же самый грешник. Спасение только в крови Иисуса Христа. И не в причастии только, как думают. В причастии надо подготовку сделать. Сначала мыться на крови, текущей с Голгофского креста. У людей-то сегодня понятия нет, а как исповедаться, причащаться. Я причащаюсь сегодня. А с чем ты пришел сюда? Ты представляешь, что прийти к Господу, это многое надо оставить. Это очень большой путь надо делать. Этот путь самоотречения. Бытие 7.1. «И сказал Господь Ною, тебя увидел я праведным передо мною в роде 7». Если весь мир лежит во грехе, а какой же он праведный тогда? Писание всех загрешило под грех, а как же Ной? А написано «по вере». Евреям 11 глава. «Ной поверил». И эта вера, грехи остались позади, он вышел. Я грешник, но грехи еще не смыты, но они позади. Он признал себя грешником. А Бог ее видит праведным по вере. Неверующий Богу, он представляет Бога лживым. Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это уже говорится в Ветхом Завете. Нам кажется, что накорми врага, напой его, вот заповедь Христос дал. А вот верхи-то люди не знают. Так это из притчи Соломона Христос взял. Если бы Мухаммад, то есть Магомед, он был грамотный, читал бы хотя бы что-то, он бы принес не только то, что на слух взял историю про Иосифа, Юзефа, но он бы принес и вот то, что написано. Не мстите, враг голоден, накорми, он ничего этого не узнал. Он знал, что Моисей мечом завоевал землю, он это перенял. И во время только своей жизни 78 сражений провел. Из них только одно оборонительное. Нам от них ждать-то другого не приходится. Почему? А их не допустил кто-то. А кто не допускает до Писания-то? Неужели непонятно? Второзаконие 6.25. И в этом будет ваша праведность, если вы будете стараться исполнять все сии заповеди. При входе в обетованную землю... Показан был курс на праведность. Вот заповеди. Тогда не было у каждого человека в руках Библии, Ветхого Завета. А вот скрижали, приходили, учили. Я думаю, во всем Израиле, может быть, ну, единицы были. А пришло время только одно священное писание в храме, притом завалено, никто про него не знает. Образование это народа было, как у православных. Псалом 7.10. Праведника подкрепи. Ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божии. Какие же праведники? И Давид знал про праведников, хотя все люди грешные, вера. Да уж как Давид-то, что делал-то, из тюрьмы бы никогда не вышел. Да мало того, по закону он должен был умереть. А ты подкрепил меня праведного. Праведность от веры. Никогда не впадайте в отчаяние. Никогда не станите. Радуйтесь. Потому что Христос умер за нас, мы дети Его. Огорчение только от греха. Я согрешил, я пал, я против Господа, вот эту заповедь Его нарушил. Вот здесь должен быть грех. Я не выбрал времени пойти в храм, послушать проповедь, посчитать. Вот где корень-то. И главное, это горе одно, что остался без Христа. Вот тут можешь применять. От выхода, да, прямой, действительно конструктивная программа. Молитва, пост, смирение. Евангелие от Луки 1.17. Он непокоривым даст образ мысли праведника, дабы представить Господу народ приготовленный. Мы все грешники, но Господь начинает нам с макушки, сверху. Образ мысли, притом праведников. А как праведники мыслили? Опять из Писания. Я вот абсолютно ничего не толкую, только открываю, я непрерывно с одного места Писания на другое перехожу и думаю, ну как это можно было не видеть? Что Иоанн Кронштадтский, Серафим не видели? Через всю Россию топал в лаптях человек, 6 пар лаптей брал, чтобы дойти до него, послушать, что он скажет. Разворачивается и назад. А что услышал-то? Басни, сказки. И до них-то дошел, он-то им сказал правду. Но то, что он сказал,
Если он ходил 2-3 месяца и там полчаса побыл, ну что это у него? А остальное-то он шел-то, он варился-то, собственно, такой человек. И опять дают обет Богу пойти в Киев. Все дороги ведут в Рим, значит, раньше в Рим ходили, а потом в Иерусалим, но это не каждому. И что там они получали? Ну так храм, представьте, со всего мира сейчас приезжает, там молиться совершенно невозможно. Там пробиться в храм невозможно. Потому что люди ищут чудес. Вот еще преображение придет. Вся гора будет усыпана палатками, джаз-концерты приедут и ждут, когда появится туча. Все. Кто-то исправился? Конечно нет. Исправление дает после молитвы. Глубокая вера в Господа Иисуса Христа. Лука 16:15. Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. А что у людей высоко? Ну, должности и прочее. А если глубже-то взять, то что высоко у людей? Да, конечно, самые высокие купола, храмы и прочее, что строили-то. Это у людей так высоко, по миру с копейки, собирали, с кружками, строили храмы, в один раз всего лишились. А храмы-то сегодня понастроены, пустые стоят, там ходить, но кто пойдет-то туда? И государство вкладывало деньги. Ну, это все только кирпичи, ажурно сложено. Где программа стояла такая, чтобы каждый занимался Словом Божьим? Я вам говорю, что я занимаюсь поэзией всей России за 300 лет. И могу доказать любому, ни одного возрожденного поэта, рожденного свыше, в России не было. Ни одного. А как это можно узнать? В доверии Господу, в радости, которую Господь влагает в уста. Я знаю поэтов, сектантских, все до одного рожденного. У них через край перехлёстывает вера в Иисуса Христа и радость. Ну, возьмите, вот песнопения какие поют. Ну, православность, ну, не считай одно какое-нибудь стихотворение, и то такое минуту жизни трудную. Там и грусть у него опять. Он дорогу-то не знает нигде. Выход один. Нам все начинать надо сначала. Я хоть вам говорю, что образно сказать так это, как бы мы вошли в патриархию, никуда мы не вошли. Мы об этом речи никогда не вели. Мы в нее постепенно будем ходить только через то, что будем проповедовать Слово Божие, и они где-то там будут перехватывать и так делать. Я отзвуки встречаю, начинают уже говорить прямо о недостатках, ошибках через изучение Слова Божия. Никак! Мы остались подчиненные нашему синоду. Вы из молитвы никуда это не убираете. У нас выхода никакого нет. Один из выходов — подойти к тем, которые отошли, которые не подчинились. Но для нас самый льготный, щадящий режим — остаться в этом положении. Вот сейчас местоблюститель Иларион. Благо было бы, если бы его поставили. Он нам обоим знакомый, я его знаю. Сам по себе добрейший души человек. И есть надежда, была бы надежда, что могли бы его и пригласить. Тем более он хотел приехать еще в 92-м году. Очень хотел, лично мне он говорил. Ведь у нас какие молитвы-то все? И о чем? Мы никуда не вошли. Мы стоим на месте, то есть мы движемся, как мы шли. Мы ничего не изменили, ни наши взгляды, нигде. Вход туда, куда они нас зовут, это смерть, однозначная смерть. Они сразу все у нас это истребят. Прикроют, священника убрали, ничего не будет. То есть усильте эту молитву. Мы можем допустить такой грех, который не смыть. Ничем. 1 Петра 4:18. Если праведники два спасаются, то нечестивый грешник где явится? Значит, Бог разделяет в Новом Завете праведник, омытый кровью Христа. 2 Петра 2:8. Ибо сей праведник Лот, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе. Значит, и в Ветхом Завете, несмотря на то, что все грешники, Бог уже выделял праведников через веру, что Бог все исправит, обещанный Мессия придет. 1 Тимофея 1.9. Знаю, что закон положен не для праведников, но для беззаконных. Выход один. Признать себя. Первый шаг рождения свыше — признание себя грешником погибшим, окончательно, бесповоротно и никогда-никогда не спасенным. Вот это первый шаг к рождению свыше. Никакие припарки, никакие исповеди, никакие причастия человека не спасают. Спасает Христос. И когда ты понял, что погиб, ты должен сказать так: погиб безвозвратно. И надежды никакой нету. Вот до этого критическое состояние Господь доводит человека в Ветхом Завете. Все погибли, совратились все до одного, нет ни одного угодного.
И поэтому тогда на небе появляется звезда Вифлеемская. Тогда рождается Господь. И мы согласны, чтобы Он занял наше место грешника, преступника и ответил. Он умер за нас. Всегда повторяю, я умер. Я погибший. Я беззаконник, я разбойник. А Господь взял мой грех и умер за меня. И Он купил меня, я не свой, потому что Он зашел и сказал, я тебя покупаю. 1 Тимофею 1.9. Дальше Иова 15.14. Что такое человек, чтобы рожденному женщиной быть праведным? Праведный человек это понимает. Лука 5.32. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Слово грешник остается в прошлом. Любящий Господа, принявший Христа, он не грешит. Как не грешит? Умышленно. Меняется характер, отношение к жизни, к работе, к семье, к государству. Все меняется. И не надо ничего придумывать больше. Посмотрел, заповедь Господня гласит, так, все. Да как все же так понимали. Понимали без Слова Божия. У нас есть трудные вопросы, по которым нас будут ловить. Это не воевать с оружием в руках и прочее. Даже женщина звонит и собор недавно. Ну а как же? Она расположена. Ну а как же тогда на нас враги нападут? То есть это очень глубоко в человеке сидит. Да если на нас нападут, нас китайцы с бамбуковыми палками заплешут. Если это не нападут. Так Бог еще не допускает. И ничего ты не сделаешь. Лука 5.32. И Псалом 33.22. Убьет грешника злой, ненавидящие праведного погибнут. Разделение. Исаия 1.4. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Вот характеристика. Как они могли простить ему? Ведь это он говорил к евреям, к избранному народу, окруженному нечестивыми, необрезанными. И он сразу осадил их всех. Все, племя беззаконников, банда на Синайском полуострове собралась под именем Авраама. Бородатый говорит Авраама, а душа хама. Они, конечно, не могли ему простить. Они, говорит, зажали его кедровыми досками и распилили деревянной пилой. Исаия 1.28. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Как надо ждать Господа и прощения от Него. 3 Иезры 7.17. Ты определил законом Твоим, что праведники не наследуют это, а грешники погибнут. Никакого рая грешникам не будет. Без Христа ни один урай не войдет. Говорите об этом непрерывно. Не то, что человек в храм сходил раз в год, и теперь он спасется. Нет. Можно в храмы не ходить совсем, если храма нет, но ты со Христом, ты и там спасешься. А можно прям в храме быть у алтаря, и там погибнуть, и в ад пойти. Даже ни разу не вздохнуть. Все зависит от нашей преданности Христу и верности Его закону. Сирахов 42.9. Наследие детей грешников погибнет. Значит, и дети рождаются грешниками. Левитам 4.2. Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, то пусть сделает то и то. И верующие тоже по ошибке что-то могут сделать, но он сокрушается. Не будьте дерзкими. Дерзость мать всех пороков. Что сказали? Гляжу, дергается, так скажешь, куда? Вот здесь пришел или вышел ты, поставили, стой на месте, никуда. Этого делать нельзя, тем более в храме. Ведите себя очень и очень скромно. Господи, я пришел в дом твой. 2 Царств 7.14. Я буду ему отцом, а он будет моим сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом железным, говорит Господь, как любящего сына. Значит, от Господа нам другого ждать не надо. Болею, потому что так. У меня что-то не ладится. Скотина пропала. Потому что от Господа, Он любит меня. С детьми неблагополучно. От Господа это. Это все от Него. Иезекииля 3.2. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Так что в углу отсидеться не придется. А если ты знал и не вразумлял, тебе монастырские стены не помогут, а будут в обвинении. Ты обязан был идти и сказать... За каждым революционером, народовольцем, какие ходили в народ, хватило бы по 100 монахов в то время, когда начиналось все. Да и бы такой любовью окружили, он бы шагу не сделал-то. А ничего нет, только закон ужесточался, ловить и давить.
Матфея 18:15, «Ежели согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего». Значит, грех и согрешит в Новом Завете тоже касается нас. Но выход один, через покаяние. 1 Иоанна 1:10, «Если говорим, что мы не согрешили, представляем его лживым, и слова его нет в нас». Почему и назначается время говения в пост, чтобы более внимательно за собой посмотреть, постом себя прижать. Половина поста-то уже прошла. Начинает пятая неделя, в среду вечером у нас здесь, в храме, здесь, буду читать полностью канон Андрея Критского. Приходите, выбирайте время. У кого нет на это время, у тебя вообще времени ни на что не будет хватать. 1 Иоанна 2:1, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешили». Не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа Праведника. Аминь.